Так, ребята, вот оно, Лавозеро. Мы приехали в Лавозеро и сейчас ждем, нам покажут въезд в гостиницу, где нам можно оставить машины, будем приводить себя в порядок с дороги, кушать и заниматься погрузкой, разгрузкой автомобиля и перекладкой всего в вездеходы. Мы, да, уже кипятим воду, сейчас будем кушать пельмени. Приехали, столовая закрыта, придется кушать пельмени. Экспедиция вообще на грани срыва у нас, потому что у нас сломалась дверь. Практически сорвалась экспедиция. Дверь сломалась у нас, все, сложный очень ремонт. Я думаю, 4 дня будем ремонтировать и поедем обратно. Так, ну-ка. О, у нас тут фуршет. Да. Ёлки-палки. Не вижу ваших лиц, Михаил Юрьевич. Довольных сытых лиц. Ой, ребятки, все с пельмешки мы съели. Вот спортивное питание было. Вода Эвиан, натуральная минеральная вода. Спортивная. Водички. Водички, да, только что жажда, я рассказывал, что она спортивная, да. Жажда после спортивная, дороги. Она окрыляет в какой-то смысле даже, да. Наверное, туда добавляют какие-то активаторы для силы воли, духа. Дорожная пыль обуила жаждой. Да. Надо попить. Все, ребятки, мы будем... Подошли к нам местные жители, молодые люди. Как вас зовут, ребят? Андрей. Иван. И Иван. Андрей, Иван, вы здесь живете, правильно? Да. А родились здесь тоже? Да. В каком классе вы сейчас учитесь? В 8-й перешли. В 8-й перешли, по 14 вам лет, да? Да. Молодцы. А чем вы занимаетесь здесь? Вот лето было, каникулы, чем вы занимаетесь? Летом мы здесь гуляем, катаемся, а зимой снегоходы, там вот это все. Здорово. Ну, подходите, рассказывать будете. Спортом никакими занимаетесь, что ли? Футбол. На футбол ходим. А у вас футболом? А у вас горнолыжка есть какая-нибудь, есть, нет? Была раньше. Ну, раньше, да, была, а теперь нет. Мы подписались на ваш канал. Вот здорово. Молодцы. Ну вот снимаем видео интересное. Вот с вами тоже будет интересное видео. Потом это себя увидите. Да? А чего ты стесняешься? Себя потом увидишь. Будет где-то недельки через полторы. На канале. А вы рыбачите, да, мы увидим? Мы рыбачим, да, охотимся, рыбачим. Как здесь жить? Ну, как сказать? Я понимаю, город. Вырастешь, уедешь? На 5, скорее всего. И куда? А куда хотите уехать? Может, в Питер, может, а куда? Из Подмосковья. Из Подмосковья. Я из Чебоксар. Вы знаете, где Чебоксар был? Да. Где у нас? Это... А летом в отпуск едете куда-нибудь? Да, езжу. Ну, с родителями ездите, да? Да. А здесь в Лавозере, что здесь, ну вот, где работают еще? Вот колхоз здесь есть, да? Да. Оленеводческий, да? Оленеводческий, да. Да, а чем еще занимаются? Горная промышленность. Горнообогатительный, да, комбинат в Ревде, да? Который вот. Угу. В Ревде и горнолыжка. Ну, работы хватает, да? Да. Только работы. Понятно. Ну, а самим нравится север-то или уже надоел? Вы собираетесь тусить? Нет, да, здесь красиво очень. Я здесь. Так ты здесь живешь? Не, ну, в дальнейшем я не хочу. Не хочешь? Хочешь в большой город куда-то, да? Посмотреть. Сюда можно приехать, посмотреть на природу. Да. Ну так вот, ребята, молодежь вроде бы хочет уезжать, но я думаю, она еще вернется, потому что, посмотрев большой город, повеселясь, покутясь, все-таки все более-менее возвращаются в родные пенаты, что работа есть, природа есть. Хотя, наверное, на крайнем севере хорошо отдыхать, да? Да. Вот, на рыбалку, на охоту приехать, а жить тяжело все. Ладно, вот так вот мы повстречали молодежь. Ребят, такое дело получилось. Короче, Мишка что-то такой злой, коварный. Не ты, не ты. Вот этот злой человек. Это я. Короче, я пошел в тундру так, сам. Я же правду уйду. Останавливай меня давай. Давай, давай. Ура! Свобода! Злые вы, да? Ну не уходи, ну что? Василич, ну мы же пошутили. Мы же,
Правда? Да, ну куда же мы без тебя? Можно я останусь, а? Ну куда же мы без тебя, Василич? Это рюкзак тяжелый. А ты куда собрался? Ну куда, в тундру? А зачем? Рыбу ловить. А что? Рюкзак? Ну рюкзак. Нет, эту самую ультралайт себе куплю. Кум же говорит, клюет хорошо. Ты же ножик забыл. Ты всю мелочь отдал. Пацанчик, тебе ловить не на что вообще. Я тебе не люблю блестяшки. А! Это нет. Блин, да, не катит. Это вот Диксис. Погоди, стой. Стой, подожди. Диксис разменяешь сейчас, реально. На, ножик. Опа, стоп! Стоп, форелевая блесенка. Ножик возьми с собой, пригодится. Ножик. Кинжал. 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 Ну хоть зарезаться будет чем-то. Давай, больше позитив, больше радости. Меня комары сожрут. Что, правда меня не жалко, что ли? Очень жалко. Ничего сделать не можем. Как-то вот интонация вас выдает. Ничего сделать не можем. Слушай, а зачем? Народ, ну куда же мы без Герасима Васильевича? Это же наш главный мотор. Мотор всего вообще, что крутится. Ладно, ребят, я остаюсь, на самом деле, в тундру завтра. Короче, народ, мы тут живем. О, это наш отель. О, кстати, давайте я вам покажу. Так. Нет тут. Не, нас тут нету. Машины мы что-то. Полезный телефон у нас фотографировать. Так, видишь, он где спит? А? Тут я там. Мне, чтобы наблюдать. Чтобы Мишку не украли. Ребят, тут к Мишке подтягивались какие-то криминальные элементы. Он сейчас боится бросать вездеход. Да, ребят, я поднимаю вездеход, потому что случится может всякий, не дай бог. Да, и будет экспедиция под угрозой. В общем, если что-то начнет стучаться, то я сообщу об этом. Он будет камень в окно кидать. Алярм, алярм, помогите. Все. Доброе утро, народ. Ну что ж, мы собираемся, и, блин, на улице идет дождь. Серьезный. Предводитель команчей выбирает маршрут. Не выбираю маршрут, а вспоминаю. Хочешь показать им? А что там показывает? Зеленая штука с дырками черными. Вот в эту дырку мы должны попасть. Вот сюда мы поедем. Мишка пошел на мывашку, я уже умылся. Вот. И скоро мы куда-нибудь выдвинемся. Ну, скоро это так скоро сказано. Ребятам еще фуру надо перегрузить, из одной фуры в другую все перепихать. Вот. И так сделать, чтобы из маленькой, вернее, из большой в маленькую. В маленькую все уместилось, да. Это. Что там, как кастрюля, плитка, картонка, ружье и две собачонки, тоже маленьких. Так, я уже желал вам доброго утра, вот теперь пускай это сделает Герасим Васильевич. Доброе утро. Ребята, Кольский рыдает от счастья, встречая нас. Будет рыдать еще один день. Как мы его не успокаивали, он не успокаивается. Ребята, я вас так давно ждал. Что ж вы так долго? Вот так, ребят, встречает нас Кольский. Рыдает, просто рыдает от радости, что наконец-то нас узрел. И честно сказать, если бы не Финтрейл, нам было бы грустно. Нам не было бы грустно, нам было бы очень-очень мокро. Было бы весело и мокро. Да. Вам Ловозеро покажем. Сейчас едем в колхоз. Под какой-то навес надо встать, чтобы перегрузиться нормально. Потому что дождь льет вообще. Сутки уже. Завтра еще дождь будет лить. И потом уже так более-менее будет погодка нормальная, летная какая-то. Будем коптер поднимать, потому что виды будут сумасшедшие здесь. Ну и еще у нас для вас сюрприз. Потом увидите все сами. Посмотрите. Главное, чтобы погода летная была. Ну что, настроение у нас боевое. Тело сухое. Так что... Так что нам бы погоды только. А остальное все нормально будет. Я боюсь, мало флешек взял.
Снимать будем много, а флешек мало. Снимать будем только самое важное. Да не, у нас жесткий диск есть еще, будем туда переписывать. Да, все понятно. Вот и колхоз. Сейчас заедем. Может, тут олени еще есть? Живые. Кроме нас какие-нибудь. Снимем вам оленей. Ну, должны быть вот в этих загонах. Вон они, здоровые. Вон там, вон они, да. Мы сейчас спросим. Там вон олени мычат, которые стоят. А, вон, там олени коровы. Тоже с рогами, похожие на оленей. Вон она, буренка какая, смотрите. Зачем вам корова, не олень? Натурально ты сейчас так это сделал, где-то просто корова в салоне потерялась. А тут братья почувствовал и все. Бычок. Бычок. Бычок, бычок, да. Вот, ребята, выдали нам такой гараж. Здесь мы будем хранить технику, пока нас не будет. Прекрасно, я вам скажу, первый раз у нас такие хоромы для автомобилей. Кто там говорил, что Мишке рулить не дают? Давай, Мишка, жги. Двойка. Стой. Выходи, не сдал. Красавчик. Мы поедем, мы помчимся на лени утром ранним. Заберу тебя я в тундру. О, у тебя зов предков. Шаман! Работа штаба. Короче, решаем, как поедем. Выбираем самую трудную дорогу, ребят. Вот так. Тут дорога ездит. Синозеро-то идти через дорогу, через пороги-то. Можно. А ну, в принципе, и тут дорога. Да, там тоже есть дорога. Ну, вы все равно дойдете до Левозера, а до озера вы все равно придете сюда, в нашу сторону. Говорят, в конечной точке нашего маршрута до нее есть асфальтовая дорога. Но мы ей точно не поедем. Мы найдем самые болотистые болота. Да, да, совершенно верно. Мы хотим идем до Варзина. Я вот сомневаюсь, если там была асфальтовая дорога, там бы, нам бы незачем было туда ехать. Ее не видно здесь. Вот так, ребята, сейчас нам еще покажут домик гостевой. Где, если что, приехать, можно остановиться. Это вот делаю сейчас. О, ребят, апартаменты будут, елки-палки. Апартаменты будут. Это баня у меня. Вот так вот, с банькой. Отлично. Отлично. Это одна комната? Угу. Угу. Это чайник, все. Ну, по быту, да? Да. Будет сейчас вторая комната. Это вот здесь, да, будет? Ага. Так что соберетесь в Лавозеро. Заезжайте. Заезжайте, да. А звонить-то кому? Михаилу. Михаилу? А телефон у Михаила? 911. Ну-ка. 911-339-53-59. Вот так вот, на экране он тоже будет. Так что звоните, пока строится, но, может быть, к тому времени, когда вы соберетесь сюда приехать, уже все будет построено, и Михаил вас примет, встретит. Радушно, да, встретит, покажет, расскажет. Опыт у человека большой. Как говорится, тут весь Кольский стоптал. Ой, река, прям, ребят, со двора река. Вот. Озеро 40 километров. И водохранилище до Туманного, до моря. Все это можно. У тебя здесь лодка есть, да? Все это. Ну вот, так что, ребят, в принципе, можно приехать и порыбачить. Вот так вот. Вот чун такой стоит. Ну, он уже уставший, конечно. Вот такие вот здесь. Вижу. Ну что, ребятки, вот как бы собрались мы, встретили еще Акимыча, пообщались, познакомились, купили то, что нам не хватало в рыболовном, единственное, не нашли еще марлю. Дефицит. Ну, я думаю, да, марлю мы тоже сейчас это самое найдем. У Михаила, Михаил обещал с нами поделиться. Крупную и крупную соль не нашли. Ну, у нас есть 2 килограмма, я думаю, там хватит.
Так, ребята, у нас тут идет мастер-класс по нахлысту. Будем осваивать. Будем осваивать. Вот Юра нам объясняет, как чего делать тут. Так. Дал нам в аренду нахлыстовое удилище. Да. Так, теперь, что вам нужно понять, это как конструкция лидера. Вот эта вот часть поводочная, это лидер. Угу. Настоящий лидер, он конусный, то бишь диаметр вот здесь вот толстый, и потом он сужается на волосиночку. Нагрузку держит в зависимости, какой лидер ставишь, на какую рыбу. В общем, здесь поводочек уже подвязан, лось уже есть. Мушка сюда. Мушку подвязывайте клинчевым узлом. Клинч обыкновенный, и все. Диаметр шнура имеет тоже разную конусность. То бишь, рабочая структура и есть голова. Голова в районе модели шнура. Конусный, трубчатый, там, цилиндрический. Он утолщается. Ага. Сейчас я покажу. Вот, видите, как толстый немножко есть, да? Угу. А вот здесь тоненький уже. Да. Да. Голова – это та часть, которая бросает масса, шнур. Масса, которая тянет. Да, тянет, та масса, которая тянет шнур за собой. Угу. То бишь, там уже будете ориентироваться уже. Вот я сейчас ветер немножко я покажу. Нет, с правой стороны не стойте. Ага. Ветер боковой. Выматывайте шнур, сколько вам надо забросить. Подтягивайте голову. Пауза. Бросок. Пауза. Слушай, я в детстве пас коров. Я справлюсь. Там такая фиговина, метров, наверное, 8-9. И вот, чтобы забросить ее, надо так вот, ух, раскачиваешь его туда-сюда, потом... Рука вот так вот рука. Ага. Работа предплечья, то бишь 11 час. И делать паузу, когда... Пауза, движение назад, пауза, потом вперед. Пауза назад, вперед. И что, смотрите, как летит? Да. Назад, вперед. Вот когда голову сейчас немножко отпустил, шнур не лег. Подтягивайте через пальчик, вот через пальчик подтягивайте. Пауза, бросок. Все. Если тебе какой-то... Так, а смотри, хорошо. Смотри, подожди, тебе учиться, вот шнур должен касаться воды. Вот ты шнур, кончик только приподнял из воды, чуть подтянул, да и петля. Вот такое. Вот принцип. Угу. Видишь? Вот сейчас я выполню его. Сейчас тебе ухо отрежет, Мишка. Вот, раз, леска острая. Кончиком вода шнур держит. Угу. Вот просто здесь воды нету, и мне эти фильмы положить. И все. Так, хорошо, у нас муха ушла. Да. Вот. Положил, все. И потихонечку, короткими движениями. Подтягиваешь, да? Подтягиваешь. Цик. Да, до головы. Голова-то до тяжелой части, до кончика. Удилища. Угу. Все. Голову подтянул, делаешь новый заброс. Подтягиваешь, можешь побольше стрипы делать. А шнур бросай в воду. Угу. Он не запутается. Бывает там, он чуть запутался. Это не страшно. Все, подтянул. Опять подтянул кончик. Так, вот голова пошла толстая, да? И заброс, да. Только кончик сильно в воде вот так вот не ложит. Угу. Шнур как ложится. То бишь кончик 11 градусов. Вот 10-11 градусов, и он будет ложиться. Можешь вот так вот просто пауза у тебя будет. Он... Офигенский. Дай-ка я попробую. Да, надо попробовать, конечно. Да. Пожелаем тебе удачи, Герасим Васильевич. Рука так, да? Так. Ага. Вот видишь, вот эта ошибка. Больше подтягивает. Длина большая. Вот это вот. Если большая рыба, то это чуть-чуть подмать. Мотай. Вот, ребята, я зачем-то пригодился, нужна моя консультация. Вот и я понадобился. Да, вот и я понадобился. Так, что здесь у вас? Ну, надо это самое, чтобы ты опытным взглядом своим посмотрел. Чтобы я посмотрел, что с цепями. Все, проверили, все вроде работает нормально. Будем собираться дальше. Хлыстом сказали, буду учиться прямо уже там, на озере.
Шерпик. Юра. Все. Во, ребятки, Юра нам сделал подарок. Вот такой вот. Это у нас состав. Мясо, оленина, первый класс, соль, сахар, песок, перец черный, перец душистый, молотый, чеснок свежий. Пищевая ценность продукта, калорийный 137 килокалорий. СПХ «Тундра», село Ловозеро. Продукты из оленины, сыра, вялины, деликатесный к пиву из оленины. А пиво тоже из оленины? Да. Смотри, деликатесный мясной к пиву из оленины. К пиву из оленины. Вот тут еще есть оленье пиво, ребят. Надо попробовать обязательно. Олени его пьют. Так, ребятки, мы продолжаем грузиться. Вот там два неподъемных ящика. Со свинцом. Это штурман, он будет сидеть на крыше. Ему надо видеть далеко. Ты вот эти еще покажи ящики. Вот это тоже пытается впихнуть. Мы пришли к выводу, что у шерпа должен быть резиновый кунг. Эластичный, тянущийся. Это точно. Что у вас просторно слишком? Да. Как-то вот незаполненность есть какая-то. Незаполненность? Да. Какая-то незаполненность какая-то. Ребята, вот он тот момент, когда машина заведется, и мы наконец-то поедем. Красота! Ёлки-палки, посмотрите, вот это нагрузили, а! Это еще пустое! А, еще нету собачек. Здесь поедут две собачки. Охо-хо-хо-хо! Вот там ящики, ребят, неподъемные просто на крыше. Сейчас, ребят, мы со всеми этими бассейнами, барами и прочими вещами попробуем взлететь. Ну все, ребятки, вот так вот наша техника остается. С комфортом, сухости будет. Первый раз у нас такое. Что еще и машины просохнут. А мы уже на низком старте. Прям вот копытом бьем. Да, собачки радостные, чувствуют, что едут на рыбалку. Эй, красавчик. Да? Трек! О, аж меня это самое. Да. Смотри-ка, вперед машину. Машину! Давай, первый раз. Грек, иди ко мне. Сид. Опа. Первый раз собачки в машину заходят, поэтому вот так вот. Я думаю, к концу путешествия она будет и влетать, и вылетать. Вылетать будут. Да. Ребят, вот такая конская загрузка у нас. У нас в жизни такого не было, чтобы мы столько барахла с собой везли. Мурке даже места почти не хватило, хотели оставить в машине. Я Мурку отстоял. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.